Новую школу в поселке Горки-2 с особым трепетом ждут родители будущих первоклашек. Для групп продленного дня здесь предусмотрены специальные помещения. Будет оборудована зона для дошкольников, да, со спальнями. Все будет с ковролином, с кроватями. Сделаны индивидуальные санузлы для девочек, комнаты личной гигиены для мальчиков. Отдельный спортзал будет для младшеклассников с раздевалками, с душевыми. Здесь они смогут не только полноценно заниматься, но и находиться весь день, при этом чувствовать себя как дома. Кроме того, учебный комплекс предусматривает большое спортивное ядро. Стадион с беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадкой, зоной для прыжков в длину. Андрей Иванов встретился с родителями будущих учеников и осмотрел объект. У нас в мае следующего года стройка должна завершиться. У нас будет все лето и на пользование стадионом. Да, жителями. И, например, да, будет отдельный вход в этой части с парковки. В трехэтажной школе разместятся 37 учебных классов. Среди них кабинеты информатики, иностранных языков, уроков музыки, труда и даже кулинарии. Сейчас здесь ведутся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций. Проведены все уже инженерные коммуникации, даже тепло завели уже в здание. Идет сейчас монтаж инженерных коммуникаций, отопления, канализация, водоснабжение. Также начаты работы по фасадной части здания. Подрядная организация полностью обеспечит и внутреннее наполнение классов, вплоть до музыкальных инструментов. Уже в мае следующего года новая современная школа будет полностью готова. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».